тому, кто смотрит меня прямо сейчас, я от всей души благодарна за внимание. Меня зовут Федорова Марина, и я автор моего канала на YouTube, который называется «Федорова Марина. Декупаж. Дом. Декор». Возможно, это покажется нескромным, но я действительно уверена, что знаю ответы на многие вопросы. Ну, например, как обновить старый шкаф? Поставьте рядышком букетик лаванды. Какой сорт дерева лучше подобрать для декорирования? Я выбрала фрагмент старой сливы. Ой, я знаю, как повесить на стену картину без помощи дрели. Картина без шума, пыли и дрели заняла свое почетное место, и в этом нет ничего сложного. Как при помощи техники декупаж создать эксклюзивные вещи? Создавать флористические композиции. Я приехала за город и хочу заготовить веточки хвои для моего букета. Я могу по собственной методике, отточенной годами, научить играть на фортепиано. И в доказательство всему этому я снимаю фильмы, монтирую их и с удовольствием представляю вашему вниманию. И, конечно, я буду безмерно счастлива, если вы подпишетесь на мой канал, чтобы придать новые силы моему кипучему энтузиазму.